Привет. Хотел записать видео про моделирование процедурной chain цепи. Видео выложили. Ну, несколько раз выкладывали там с помощью сплайна делают процедурную цепь. Мне кажется, она немного неправильно сделана. Вот, я бы хотел свою версию показать. Так, первое, что мы сделаем. Ну, в принципе, как и там на том видео. Повторю эту фигню. Тут включу штукенцию. Там использовали тор для изготовления. Так. Вот у нас будет звено цепи. Звено цепи. Так, как там делает избранное? So you've just created a great asset, but we're going to be able to with this modifier. And that's because if we take a look. Я, короче, не хочу смотреть это заново. Не хочу смотреть.
Я не помню, как он там повернул. Где? Object offset. Так, ну вот примерно вот так. Примерно вот так. Но тут какая проблема есть? Можно еще так сделать. Ctrl H, hook to new object. И вот этим работать. Если мы берем, экстремально загнем эту штуку, то видим, что вот здесь у нас звено цепи загибается. Если были резиновые эти штуки, ну и вот здесь еще видно, тогда бы, да и ладно, фиг с этим. Но у нас реальный мир, и такого быть не должно быть. Поэтому что надо сделать? Вот это мы все убираем. И проделаем то же самое, но не с этой штукой, а с плейнчиком. Причем с плейнчиком, который соответствует размерам вот этой штуки. Вот так. И уже эту штуку мы размноживаем. Размноживаем. Так, array. Object offset. Так. И Curve modifier. Вот. И теперь мы инстансируем вот эту штуку нашу на вот эти плейны. Так, инстансинг. Вот.
таким образом. Так. Добиваемся, чтобы звенья сидели где надо. Вот видите, plane искривляется, а вот эти штуки, они как бы остаются там, где надо. Вот, и теперь мы отключаем. Делаем вот так. Ой-ой-ой. Вот это у нас не задачка. Лишняя. Так, почему? А, вот fix. Fit curve. А, ну вот. Теперь нормально. Вот, и теперь, если мы даже экстремально эту штуку загнем, например, так, как у нас там меняется, да, блин, что такое. Ну, короче, вот видите, ее хоть как гни, но сами звенья, они как бы не гнутся. Вот, что есть как бы правильно. Вот, например, вот так вот я согну. То есть видно, что сохраняется геометрия. Геометрия этих звеньев. Вот я даже сейчас сабдиф на него накину. Shape smooth. Smooth. Вот. Вот это вот правильная как процедурная цепь. А то, что до этого показывали, это как бы неправильно. Вот, здесь еще, как бы, видите, такая штука есть при управлении. Блин. То есть вот можно. Можно их погнуть. А, саму еще штуку, кстати, вот эту можно дополнительно. Дополнительно вот эти штуки прокрутить еще. Как бы, чтобы немного добавить. Это Ctrl-T. Чтобы небольшую рандомность добавить этим цепям. Так, как там снимается? Reset. Reset hook. А, вот remove hook. Вот я это убрал. Теперь эта штука не работает. Вот, теперь мы берем. Так, это на каждую эту точку придется хук тогда вешать. Или это можно костями, короче, сделать. Но факт не в этом. Факт в том, что главное добиться того, чтобы вот эта вот геометрия, она как бы не рубилась. Вот, а она как бы... Вот, она нормальная. Это касается любых таких объектов делать. Я уже так делал гофру.
Гафрой сделал, как вот до этого делал, ну, вот этот способ. Потому что гафра, она как бы гибкая, она мнется, да и фиг с ней. А вот, например, гафра одевается на такие клипсы, типа пластиковые. Вот клипсы я также сделал инстансами, потому что нельзя, чтобы они гнулись. Вот, вот это настоящая процедурная цепь. Все, спасибо за внимание.